Там Песа что-то писал. Свитбупс. Five, four, three, two, one. Ну что, ты в Дискорде, блядь? Куда на Келесете агро есть? 215 тысяч. Смотрите аккуратненько, чтобы не сорвать. Особенно там всякие маги, варлоки, которые там крипуют большой нет. Сейчас историю стоп, я там дамаг, я тоже стоп не думал. Сейчас смена цели. Ядро заберешь с меня, я подведу сейчас. Сейчас воронка будет, надо сейф какой-нибудь дать, а то помрет. Смотрите, это прям в центре воронок. Где он, ёбаный в рот? Вихрь, вихрь, вихрь. Тут возле двери сейчас мобов не сагрите, отойдите сразу. Там внутри моба больше, если что, с этой стороны. Кольцо, маг и шипы вам надо это? Так, шипы тебе не надо? Так, вроде пропуск нажал. Вот эта хуйня надо тебе, кот, Сантор? На эрдру заберешь? Плащ на танка. Так, по мейну танку.
хуя вы всех спулили, блядь. Знаю, мы держали только одного тактика, кто-то спулил. Так, на перераздетке сакра флегматизма и хипалю твоя сакра будешь продлевать, и мастера ауры тьмы твой тоже на перераздетке. На второй взлетке Варахель и Хулидринг. Варахель, мастера ауры и сакру. На первой взлетке гимна хп Геншин и Эльнурио. А на второй взлетке Хелнал, Хелинал и Бигдем. Ставлю рыбу. Все присты на себя антифир повешайте перед пулом. Надо будет сдиспелить точечно человека, который будет бежать в фире с рвящимися тенями, чтобы он не сдох в луже. Хилы я вас сейчас расставлю. От этих меток, где стоят хилы, рейндж держим 8 метров на взлетке. Ни в коем случае не подходить хилам, они сдохнут, вас никто не захилит, и вы все тоже сдохнете. Урахель, твоя позиция на взлетке в луне в центре. А до взлетки, когда босса бьешь просто под спиной босса. Значит, на взлетке ты здесь. Хипалю. Треугольник. Подушка. Кружок. Ризен. Звезда. И Геншин ромбик. От этих меток рейндж на взлетке, напоминаю. На взлетке все свои сейвы жмем. Маги, это. На первой взлетке щит маны, на второй взлетке глыбу отдаем. Локи заслон от темной магии и похищение жизни костюм, чтобы вас проще прохилить было. Ну, роги что там, кош нажмете, хуй знает, какую-нибудь хуйню. Все, проверка. Камни берите все. Биг Дэм готов. Ага, вижу. Все дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Это было неразумное решение. Ну, Эльнурио укусишь, потом Эльнурио будешь кусать Валкара, а Биг Дэм второй раз будешь кусать этого приста Хелинал, укусишь, а дальше уже сами. В принципе, ладно, Эльнурио, хуй с ним. Хилы себя не проебите. Что-то Геншина уже мало маны. Ну, это где есть, мне надо тебя найти. Все вижу. Санатор, дай иннер по Геншину присту. Ностальгия, дай по хипалю.
признан, что у тебя мана не просаживается. Блять, босс пизда надо далеко. Надо исправить, да? Сбегайтесь быстрее с пактом. Следующие тени будут с фером. Подушка, ставь тотем. Эльдурио, гимна ману. Читай быстрее. Тени 3 секунды, готовимся. Их и этого человека надо сдиспелить. Вот, беги, Прист. Чё он стоит в центре? Сдиспелить, с него тучку прожми. Так, я укушу второго Приста, где он есть. Короче, не нахожу, буду мага кусать. Читайте, Геншин и Эльнурио на хп. Блять, я не того мага кусал. Охуй, Мэдфокс, Войда, ресай. После взлетки. Все, босс садится, Войда, ресай. Мэдфокс. Сейчас Войда захильте. Встал. Так, жуй болт. Ресу тебя. Жуй болта захильте. Все, фулл баф. Каску лапу пристабаф по нам дайте. Маг, укусишь какого-нибудь РТДшника, смотри внимательно, если ты здесь. Раз 20 секунд до укуса у тебя осталось, тебе надо будет укусить какого-нибудь любого ДДшника. Хотя укуси просто любого человека, блядь. Призан, ставь на ману, хелинал, читай на ману гимн. Пойду вон сову, Вайда укушу сейчас. Этот... Санатор, отбеги, ресни на джику вара. Там с тенями тут обижал и сдох. Я понял, блять, я ж тебе сказал, сука, укусишь, блять, он надо его убить. Сейчас глыба я пройдет, дес... глыба пройдет, я убью. Я. Тогда могу бьем. Убить. Сейчас вот эти тени понесут, их надо это, захилить человека, будет фир. Все, спокойствие, все друиды отдаем, всю хуйню. Гимны на хп оставшиеся читаем. Дал спокойствие. Захиливаемся. Сейчас просто передадим укусы и добьем уже. Сначала передадим, потом уже Геру дадим. 7 так, секунд. Я буду... Я Эльнурю... А, Эльнурю укушен. Кусаю Светоса. Дудуна укушу. Блять, Дудун. Он укусил приза на хенхеле, укусил. Блин. Передавайте укусы, главное. Светбупс, ну кожа где у тебя, плащ не вот. Ебать вы дебилы, блять. Блять. Вы, сука. Вы что, дрочите там, милики, или что нах? Давайте, Гера, давай попробуем добить, блять. С фактом, главное, блять. Бомжи, блять, сука. Ну, 15 секунд и 8%. Потейте, блять, домашки. Баблы готовьте. Потому что там кусать некого. Волока не укушит. Все, я все нахуй. Тучки готовим, наляли сейчас. 5 секунд еще. Должны дотикать. Тучки готовьте. И баблы прожимайте. Еле-еле, блядь. Сука, милики, бомжи, нахуй. Светбупс, ты не видишь на тебе роящиеся тени, блядь? Да я знаю, что это такое. Я вижу, просто... Просто... Я перепутал с вампиром его. И милики еще все стоят в этой луже, купаются. Ди минус 10, заебись. Ну, фиолетовая хуйня такая. Заебись. Так, завоеватель выпал. Кидайте ролл, кто там прист и кто-то еще Верхель хотел. Кидайте ролл, кому завоеватель надо. Один токен. Так. Получается хулидринг. Так, покоритель. Надо тебе санатор? Не надо. Так, тогда кому там? Мэдфокс, ностальгия, жуйболт, хаджми. Ну кидайте ролл, у вас четверо, что я хуй знает. Давайте по роллу.
Фокс. Сколок есть, нет? А нету. Пошли дальше. Летающая сова, блядь. Танка не проебите там на трэш. Он же ревностный. Этот, блядь, полтинник отдал. Да, шею это давно не видел, блядь. Интересно, сколько она стоит сейчас? 30, нет. 37 показывает. Что-то мало, блядь. Это нормально, она была 30-33. Я помню, она 100 тысяч стоила, блять. Вот это было заебись. Это было, хрен знает, когда. И то, да, и то даже больше 100, 180, наверное, да? 120 было, да? Две пачки сагрили, смотрите осторожно там. Заходите за спину в охотнице. Нурхель что-то дамаг получает. Гим на хп давайте. А, все, не надо уже. Закончилось. Когда гим на хп? Я думал, может кого-то откатится. Там три только, еще четвертый где-то. Мне просто уже места не хватает смотреть. Так, говорите ли еще у вас, да? Я бы так бы с нуля сходил, но на лича я это как-то поинтереснее. Не надо все до лича чистить. Да, время тем более уже плюс-минус люди, блядь, научились не взрывать ловушки. Хорошо. Выносить чуму. Это хорошая такая тренировка. Меня интересует вопрос такой. Может быть, кто-то делал ачивки на ЦЛК? Вот, меня интересует, с чумой ачивка. Она, когда с игрока на игрока диспелишь бесконечно, она стакается, сами стаки чумы увеличиваются или нет? По-моему, да. Если увеличивается, то ачивка тогда простая будет, просто подиспелишь. Мне кажется, не должно, сука. Но если так, типа, работает, то, считаю, вообще легко в десятке сделать будет. Чисто в рейде подиспелил, потом к трэшу вынес, мяча перевел. Похуй. Самое главное, это таинственную даму делать. Ее можно там версу можно перейти. Таинственную даму неху делать. Я вам на нее, на эту даму рассказываю тактику каждый рейд, блять. Это... Ну, то понятно. Это главное, легко. Не проебали, чтобы так. Да как хули их проебывать? За каждой глыбы просто скидываешь и все. Это же надо дурачком быть, чтобы проебать, блять. Но делается очень легко. Ну это пиздец, это я не знаю, это как надо быть невнимательным, чтобы не сделать. Сложнее нахуй на леди полный дом сделать, по-моему, чем эту даму, блядь. Ну, челик в мелизоне стоял, ходу. Не забывайте, нахуй, пока два моба этих живых,
никто на лестницу не идет, иначе запустится босс нахуй и будете слушать маты, блять, в дискорде. Полчаса проебанного времени. Угу. На профи так уже напроебывали. Че это за бонус-то? Да. Я 500-ку за приход давал. А это за страдание? Это... Кот, блядь, бей трэш, хули ты стал, блядь, возле ромбика. В эти кадры, блядь. Все, теперь поднимаемся. Так, ну вдвоем полетайте, кто там, краб, не краб, там лок, не лок, я хуй знает. Вот, значит, будешь летать хипалю за звездой. Ты сам кружок. Смотрите, блядь, ты за звездой летаешь. Не чудите там, что попало, не летайте, куда она попала. Так, рыбу надо? Нет, я что-то хуй знаю. Ну вот рыба. Притон свапнул, вот он, метка на него. Танки лево-право там, я думаю, поделили. Да, разобрались. Призен, пожири, сядь, рыба. Маны нет у тебя. Три босса осталось, еще и резко. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Хуя вы жесткий, ебать. Suppressors spawned. Not
suppressors spawned. Маны нет у них. Геру, дай. Ну, куда там хилам? Мне кажется, рановато еще. Наверное, еще раз надо зайти. Ну, Пал просит. Не, ну если просит, то давайте. Один зашел, один остался. Вот он сейчас так и проебал. И 55%. Ну, нахуя просил, хуй знает, зачем. Ты под Гера его даже не захилил. Копали, то зашел, ты остался. Берегитесь. Ну, конечно, кадры. Это боссы, смотрите сколько. На 70 еще геру где-то дают, но не на 50 же процентах. Suppressors spawned. Вот сейчас у него будет 10 стаков, а этого 50. Вот у него витос 45. На 30 стаках никак не захилишь. Так что? Там вы найдете спасение, герой. Силы возвращаются ко мне. Он даже вон 45 стаками не захиливает. Еще заходить надо в портал. Так что рано вы просили. Suppressors spawned. Вот сейчас он выйдет, можно давать. Только для одного его. Не надо, я его просто кину ПС. Ну давай. Ну я кину. Пускай. Выберите Вальку в таргет и нажмите гимн на какой-то приз. Че, исцеление увеличивается? Все три, зачем четыре? Так долго, блядь, еще. Мак, тебе до грудак надо или прист? Присту, наверное, вряд ли скритом надо. Так, не надо, хорошо. Так, Валкар. Ты нажал 100%. Тебе надо, нет? Я понял. Значит, распыл. Так, на милика пояс. Хотя сейчас хули с ТТГ, блядь, все это шмут не актуальный становится, блядь. Мы с вами, конечно, блять. Сейчас уже должны резку Халиона добивать. А мы чилим здесь. Еще два босса. Это, ну что там? Маг, прист и санатор. Вы пойдете после этого целка в резку 25.
Нихуя, а вы уже загрели, еще не все даже пришли. Сейчас посмотрим, как будем проносить. Чё вы как-то по-румынски стоите, я хуй знает. Давайте в центр, что ли. Сейчас вон идем в звездочку, сейчас в центре мобы будут. Будут крутилки там крутить, там на пол дадут. Будем здесь. А сейчас еще после этой пачки мелких. Все, пошли в звездочку. Вам пока не бьем, сейчас их в центр сведут, дадут на пол и начнем уже увешать. Давайте на пол, должны вы по троге нажимайте. Можем в центр возвращаться. Сейчас еще пачка больших и все. Больших и пару пачек маленьких. Возвращайтесь сюда, в центр. А то маленькие жуки там на вас будут задерживаться. Смотрите, раньше времени не бейте, да, типа вам игру набрать. Еще мелкие и все. Били наконец. Чё за мер ДПС, блять?
Я завис, чё-то, блин. Свитбупс, нахуй, 67-68 тысяч, нахуй. 79 у него было. Ну, я после бурста смотрю. На выходе, так сказать. Лохи получается. Хули вы разлеглись, я вообще не понимаю, блять. Вот что, время дохуя или что, блять? Захиливаемся. Голубцы, зачем вы сюда, явились? Подушка, ты где? Унесут ваши души. Я тут. Где-то вылетела, показывает. А, это не ты, это Вархилл. А Уго что, ушел же, да, от нас? Да, да. Ну хули, он ДВшник. Вот смотри, вот просто человек дурачка включает, вот смотри, вот открываю флудилку и читаю. Войд, запятая, ты за что меня кикнул с гильдии? Имя имен Иван, блять. Че ему ответить или просто бан дать, блять? Да, ответь. Может пройти, если непонятно. Ну как, вот человек, вот что в голове у человека, нахуй? Ты находишься в гильдии, идет РТ, блядь, и ты сидишь с пугами в РС-ке, нахуй. Это что, нахуй? Это как? Это что? Это надо объяснять.
Пиздец, ебать. Сопрот обмен войду. У кого сопрота нет, обмен войду даем. На видите там каску в тубофет. Тут маг первый раз, ты что, объясни ему по меткам. Равист, ох, ну ты микрофон что-то флудил там. Равист, ты тут? Алло, алло. У него уже шум какой-то идет. Равист. Ну, только что был какой-то шум, я слышал. Написал, что на интернет отлетелся. И что делать? Не прогружает в мир. Ой, бля, синтек мне какую-то хуйню в ПМ скинул. Нет, жур. Поставьте кто-то ГБ. Кто замагло сегодня. Ельманков. Чё, кто в хила будет спекаться? Или Нурио, да? Или нет, или он там не умеет хилить? Хуёк же там. Так. Чё, ни у кого больше нихуя нету. Да я знаю, что ты не Нурик. Ладно. Пока его нет, тогда мне придется похилить. Сколько еще? Ставлю рыбу. На второй фазе метки все в этот кружок. Запускать? Да, поехали. Full of holy drink. Смотрите, этого агро не срывите. Ваша шалкая магия!
Здесь я ложу, хуею, блять. Подушка, вставай. Захилите подушку. Санатор ресай войда. Так, метки выносим. Там говори, там чё куда. А чё, куда? Чё, не видно, что ли? Ну, чтоб подбили куда? Какую-то метку, если вдруг не будем бить. Метки до 20%. Близко спал. Метки надо все подбивать, блядь. Когда последняя бомба падает, там готовьтесь. Последняя падает, кстати. Уже начинаете убивать все метки. Сейчас фулл баф по друиду обновить. Быстро, блять, убили все метки, нахуй, которые вообще есть. Но босса никто не бьет, все убивают склепы. Они первый раз, видать, сюда попали, да, ребята, блять, алло? Да вроде, блять, все. На меня опять освобожден. Пистобаф, каску по войду, сука, ебаный в рот, дайте. И еще там кто-то, подушка умирала, по ней тоже. Подушка, что у тебя с маной? Санатор и ностальгия по подушечке, знаете, имена. Притяжка скоро. Беги, малыш, Мэтт Фокс, реса и ностальгия. Волкар, СС по Войду. Притон, СС по Холидринку. Метки вниз. Сука, ну вы будете прятаться, нет? Прячьтесь лучше, справа падает. Каски обновите, 2 минуты, говорят. Блять, маг нахуй. Да все, пусть лежит, не поднимайте. Минус 20 крова. Сейчас последний упадет и надо метки убить. Че он там по ДПС? Да, по ДПС вроде нормально. Да, 5000. Я не вижу, я только первые 5 строчек вижу. Ностальгия, реса и мага. Один бортик у меня останется. Копалю, да, там посерьезнее работай. И 2 эршама, особое внимание на то, когда танки меняются. На последней фразе. Ностальгия, мага, БР и... О, осталось все. Тяжко будет, сейчас готовимся. Ты что, третья взлетка была? Просто мало, нахуй. Да, 48% всего, блядь, перед после третьей взлетки. Mm-hmm. Там еще бить и бить, блядь. Ничего, убьем. Блядь, маг, нахуй, ты совсем пиздец? Ты тут первый раз, что ли? Я что-то не вкурил. Он же да, сказал, он был... что он первый раз. Ясно. Если он даже укусить не смог. Все понятно. Ладно, ладно, ясно все. Глыбы добиваем. Пускай лежит у меня один БР такой. ДПС убить хватит. Только не ебланьте, стоим сейчас. Это. Глыбы убейте быстрее, блядь. 2 глыбы не убиты, блядь. Ну и... Ну, эти сильнее. Не успеваю я, нахуй, наебало все по делу разбивать, если честно. ДПС-те, нахуй, ну чё за хуйня?
притяжка скоро будет. 4, 3, 2, 1. Беги, малышка, беги! Пизда, блять. Один процент фаза, первую метку в кружок и сразу разбить, готовимся. Великий, уже можете уйти. Сам по себе там фридом дашь последний раз. Кружок сразу разбить на фоллоу. Много свит бутс. За каждой глыбой стаки скидываем. Хоть одну пропустите, будет вайп. Разбивайте резче. Следующую туда же и не бить, будет подтяжка. Метка, мат фокс, блять. Стоим, не бьем его, не бьем. Танка, смотрите, шаманчики и паладин, выглядывайте, я на вас надеюсь. Ой, вперед неси, к этой глыбе ставь, к этой глыбе ставь, к этой глыбе ставь. Стоим в ромбике также все веселее. Не будет притяжки, сейчас только после. Сейчас вот она притяжка. После притяжки две глыбы зергануть, подбивайте фуловую. Уже бить начинаете. Милики, сука, вы что, тупые? Поняла, хистория выносит. Отбегайте, милики, от хистории. Отбегайте оттуда. Блять, бомжи, сука, бейте две глыбы эти резче. Быстрее глыбы зергайте, ну нам босса надо бить, а не глыбы нахуй, долбоёбы, не морозьте лишние глыбы. Эту глыбу зергайте, следующую туда же и сразу разбить. На мне сенатор. Сенатор в кружок, все он там стоит. Все по кругу одно и то же делаем, разбить сразу. Сразу разбить. Когда Геру, когда что я скажу. Попали. Сразу вперед и сразу разбить его. Это хил наш. Эту разбиваем, а после этой уже будем ставить. Будет притяжка. Вот эту зергаем сразу, это хил. Надо быстрее освободить его. Танка не пробить. Шаманы на фул захильте. Следующую сюда в кружок ставим. В кружок приставь. Будет хил притяжка. Все, он ставил. Стоим ровно в ромбике. Босса задотывайте. Что у тебя, сука, за хуйня? Стаки, да? Молодец, нахуй. Попробуй дать, наверное, чтоб никто не... Ага, пизда, да. Нахуй, ёбаный в рот, нахуй, бомжи, сука, ложитесь. У тебя че, точно нету, шо, ошибка, блядь, ты куда ее делал, нахуй? Ну, типа, ты не можешь, ты понимаешь, что сейчас, нахуй, будет, блядь, важно, и все сказали, что, блядь, эту не убиваем, ты, блядь, нажми ебучую тучу, блядь, хоть что-то нажми, блядь, хоть что-то сделай, нахуй, кроме, блядь, того, чтобы дамажить после. Вот давай посмотрим, это просто, как ты сдох, нахуй, вот просто посмотрим, блядь, смотрим смерти, смотрим ледяной склеп. Вот ты мне объясни, братан, вот какого хуя у тебя склеп бьет 22 тысячи, блядь? И что это? 25. Это у тебя стаки были. А стаки были почему, я тебе расскажу. Потому что ты вышел... Вот мы стоим в ромбике. Для чего? 6 стаков. А нахуя у тебя 6 стаков? Ты мне объясни, братан, почему, блядь? У нас что, в рейде 500 тысяч ДПС, что мы зергать ее пришли? Мод, вы мод про разные стаки говорите, мод про освобожденку вообще говорит? Давай уточним, какие стаки ты говоришь, блядь. Ты говоришь про таинственную энергию. Ты знаешь, что это такое вообще? Потому что думал, следующим скину. Тучка, где у тебя? На следующем никто не скидывает. За каждой глыбой скидываешь. Не ждешь ты ни следующей. Блядь, я же объясняю. Не ждете вы никакие следующие. Ни одну не пропускаете. Я говорю, вы одну пропустите, будет вайп. Мы, сука, стоим в ромбике для того, чтобы как только склеп поставился в кружок, ты за ним сначала стоишь, сначала скидываешь, а потом уже делаешь, что хочешь, до появления второй глыбы. Вот эту хуйню запомни, потому что склеп прилетает, он по дефолту бьет 15 тысяч. Все, сначала ставится склеп, и ты стоишь в ромбике. Сначала ты скидываешь себе таинственную энергию в ноль, там 2-3 стака. Ты скидываешь. Потом ты выходишь в бок и начинаешь дотки обновлять. Следующий склеп появился, ты опять зашел в ромбик, за опять скидываешь, и опять, блядь, это. Вижу, Варахель зашел. Спекаюсь обратно в сову. Блять, вроде все просто. Откуда вы такие беретесь, кто любит склепы пропускать, блядь? Думаю, с каких-то экзальтидов, нахуй. Но это не, ну, не тот рейд, блядь, чтобы зергать этого босса. Не такой тут ДПС, блядь, сейчас.
Он говорят, нахуй, просто, блядь, пришли, сказали, сделали, блядь, все, убили босса. Нет, нахуй, я думал, блядь, я хотел, все, нахуй, все, ладно. Там, блядь. Этот маг, нахуй, разуй глаза, блядь. Разуй глаза. Когда люди прячутся за склепами, которые летят 4 бомбы на пол, они прячутся от... Ну, понятно, свято, с хули. Ты уйдешь, нам придется добивать один хуй. Жрите рыбу. Смотри, как бегают люди, нахуй, прячься, нахуй. Агнесинка, я тебе говорю. Пока лежал, я думаю, все увидел, все понял, блядь. Все, проверка. Лучше не дамаж, нахуй, лучше смотри, что делать. Запускаем. Сейчас притяжка будет, смотрим. Беги, малышка, беги! Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не... Метки вниз. Смотрим. Гнеси-ка, беги вниз туда. Только рядом не подбегай к людям, которые с метками. Так не надо делать, но разбивать раньше времени. Дамажьте на меру, блядь. Хулидринг, в следующий раз полови его дальше. Из кружка выйдешь там на 5 метров вперед, типа, чтобы Синдра чуть подальше от кружка было. Чтобы миликом было место забегать туда. А потому что в последнее время так танчу. Ну, не знаю, как миликом, но мне на глаз кажется, что вроде можно забегать. Притяжка будет, готовимся. Что-то вообще ДПС хуйня. Освобожденка, сука, второй раз кидается, мышь ебаная. Лагает очень сильно. Просто всех. Главное, на второй фазе хуйню не делаем. Нормально все будет. Двенадцать стаков на волне, блин. Схлопнет. Ну, сейчас лучше перевели, чем в прошлый раз. В прошлый раз было 60 там с чем-то процентов. 65 прошло было. Да. Смотрите, я в глыбе там, не ебланьте. Глыб раньше времени не ебланьте. Сейчас еще одна будет.